Так, здорово, народ, с вами снова я, Макс. Один из подписчиков меня просил дать размеры палатки Осиберх, да? Ну вот, они однотипные у нас, у меня, у Костика, там, у Воеводы, потому что делалось все по их чертежам. Сейчас я быстренько расскажу и замерим примерную длину, не примерную, а точную длину, какая вот у нас именно под наши нужды палатка для того, чтобы как говорится, путешествовать на фестивале, плюс разместиться, да? Я сейчас делаю трехметровую палатку в длину, 3 метра, то есть внутренняя вот эта вот часть, она 3 метра. Для чего? Человек захотел кровать, человек захотел сундуки, человек едет с семьей, ему располагать много вещей надо. И он сказал мне подлиннее. Крепить я сейчас не стал, фиксировать на чопики, на штырьки. Значит, общая длина, смотрим. Значит, вот эти три лаги, то есть раз, два и дальние три, 250, то есть 2,5 метра. А вылет подшип 11 сантиметров, то есть вот эта вот часть вылет, куда засовывается, 11 сантиметров. Задняя стенка, смотрим. То есть 2,35, задняя одна и вторая. Соответственно, они делаются наискось, ну, чтобы по отношению к земле было параллельно. То есть, да? И вверх также подрубается. Передняя. Передние рога 260. В принципе, что останется, только замерить стенку с самого низа. Под перед и под зад. Ну, можно сделать 240. Там 238 она. То есть 238. Вот, 2,60, ну и все остальные размеры я уже указал, да, 2,5 метра и 2,30, по-моему. Вот, все это собирается, делается отверстие, ну, диаметр, это будет индивидуальная вещь каждого, то есть, хотите побольше, потолще, да, соответственно, выпиливайте побольше, хотите потоньше, да, может, под какие-то нужны, более утонченно, да, можно сделать ее вообще легкую, если здесь, например, идет 40-ка, там, 50-ка доска у многих. Некоторые делают ее там 30-ку. Вот, если здесь там дюймовка, там, да, 25. Вот, ну, некоторые могут уменьшить там до 20. Чтобы конструкция была полегче, можно было попроще все это делать, передвигать, перемещаться. В принципе, все, размеры небольшие. Ну, это опять для человека очень хорошо и разместиться, лечь, и дополнительно положить какие-то вещи свои. Ну, есть кто хочет сделать длиннее, пожалуйста, делайте длиннее. Все, всем спасибо и пока.